Сотрудники полиции Тюменской области продолжают осуществлять контроль за установленными в регионе ограничениями, в том числе в части нахождения в парках, скверах, набережных и других общественных местах. В рамках охраны общественного порядка сотрудники полиции продолжают проводить разъяснительную работу с населением. В случае, если профилактические меры не приносят должного результата, сотрудники полиции вынуждены привлекать граждан к административной ответственности. Полиция Тюменской области в очередной раз обращается ко всем жителям региона: соблюдайте установленные ограничения, не подвергайте опасности свое здоровье и здоровье своих близких.